Привет, друзья! С вами по-прежнему я, Владимир Коваленко, а мы продолжаем угловую тему. И в этом видеоуроке мы начинаем заводить углы в два кирпича. Я вам покажу три способа, как заводить угол в два кирпича, то есть тремя способами. И начну, наверное, с самого простого. Это цепная кладка угла. Поехали! На первый ряд нам понадобится 4 3/4. Вот так вот и поехали. Итак, заложили первые 4 3/4 и расходимся уже, то есть вот. Идем тычковым рядом. Итак, первый ряд мы завели. Вот сюда давайте еще, чтобы было нагляднее. Итак, первый ряд мы завели, теперь все по аналогии, только в другую сторону. Поехали. То есть опять же 4 3/4, только уже в этом направлении. Вот так вот. Thank you.
Все, второй ряд у нас закончен. Забиваем все швы. Все, итак, мы закончили второй ряд. И дальше по такой же схеме. Только все наоборот. Так же, как и первый. То есть первый, второй, первый, второй. Вот так вот, собственно, и выполняется цепная кладка угла. Вот и все. Практикуйтесь. Итак, я разобрал угол в два кирпича цепной перевязкой. В следующем видеоуроке будем разбирать угол также в два кирпича, но уже по однорядной системе перевязки. А на сегодня, собственно, у меня все. Подписывайтесь на канал, качайте мини-курс. Делайте свои репосты, жмите кнопочку поделиться. Все, оставайтесь на канале. Впереди еще два урока по углам. А это однорядная и многорядная система перевязки. А я, как всегда, желаю вам удачи. Пока!